День добрый. Подведем итоги сегодняшнего дня. Сейчас мы идем с покупочек домой. Вот. А так сегодня пришлось рано утром встать. Куда ты меня? Лишь бы тут засунуть что-то в рот. Кушай трускавку. Трускавка очень вкусная. Короче, подытожим. Сегодня пришлось встать очень рано. 5:30. 20 минут 6 мы вышли, дошли до остановочки, сели, короче, на рабочий автобус. Нас привезли с копом целым на работу. Но сегодня только было водный инструктаж по технике безопасности, проведение всякой фигни, бла-бла-бла-бла-бла. Короче, и как выяснилось, что сегодняшний день, то, что мы сидели в зале, там, в аудитории, он оплачивается. То есть, получается, мы сегодня отпахали сколько? 8 часов? 8 часов. 8 часов. То есть, нам капало, тикало, ну, короче, натикало уже 11 с копейками злотый час. Ну, я не знаю, сколько это будет. Вот, в итоге, сегодня была вольная такая... Не рабочая обстановочка, все понятно было, потому что люди были с переводчиками, там, которые рассказывали нам планы действий и всякое такое. Ну, короче, ознакомливали нас с рабочим технологическим процессом. Вот. Ну и, в принципе, потом доехали нормально оттуда с LG Хим. Типа химия, LG химия, где мы будем производить типа батарейки для электромобилей. Для электромобилей известных марок Volkswagen, Audi, Porsche, Jaguar, ну и там пошли там различные бренды. Вот. Ну, а сейчас идем домой, мы уже почти возле дома. Нам осталось буквально минуточек 5-6 потелепаться. Мы еще открыли счет. А, да, мы еще, короче, заехали, еще успели счет открыть. Вот. То мы такие блатные идем сейчас. Все успели, все это смогли. Вот. О! Смотрите, сейчас упадет вот эта фигня. А, успел, не успел, не успел. Давай, успей. Красавчик. Здесь все. Вы видели? Даже проехавший автомобиль дождался шлагбаум. Я в шоке. Тут настолько автоматика круто работает. Кстати, я сегодня был свидетелем, как мимо нас пролетела карета скорой помощи, и все машины, которые были на дороге, они встали в елочку, то есть прижались к обочине, и машина беспрепятственно скорой помощи, карета вот так просто пронеслась. Это было круто. Это просто, я не знаю. Китька, правда, не побачила. Но это было здорово. Пора заканчивать видео. Нам надо кушать трускавку. Трускавка очень шмачна. Кстати, возле нашего домика есть прикольное озерцо. Надо будет когда-то по свободе, под вечер сходить на него. Либо посидеть. Комаров покормить. Не, у нас же есть репеллент. Ага. И посидеть, помечтать. Все, всем пока-пока. Забыл вам сказать, что в компании LG на камеры, на телефоны клеят вот такие вот значочки. Их когда отдираешь, появляется там какое-то название. Это как бы пломбы от фотоаппарата. Для того, чтобы сотрудники компании не фотографировали, не вели видео. Вот. Потому что все там запрещено. И не дай Боже повредить эту пломбу. Горя будет очень много.